Ни одна импровизация не дается мне так удачно, как та, которую я готовил 3 дня. Так выразился в свое время американский писатель Марк Твен. Вот об этом мы сегодня и поговорим. На самом деле, лучше всего та импровизация, которая очень хорошо подготовлена. Добрый вечер, меня зовут Сергей Краснобород. Разговаривать мы будем с Ростиславом Бондаревым, человеком, который на протяжении полугода сопровождает своей импровизационной игрой наш разговор в этой студии. Ростислав, добрый вечер. Мы так символично еще раз, да? Стоит, наверное, сказать, что ты преподаешь... На «ты» можно? Да, конечно. Да. Что ты преподаешь импровизацию, ансамбль, фортепиано по специальности искусства эстрады в Гомельском государственном колледже искусств имени Соколовского. Да? Твое место занял у нас Владислав Яцкевич. Да? И начали мы тоже неспроста с клипа, где музыкальное произведение «Добрый вечер» исполнил ансамбль, оркестр под твоим руководством. Ну да, получается. Да, это ансамбль студентов Гомельского колледжа искусств имени Соколовского, с да? С 1 по 4 курс. С 1 по 4 курс. Причем спонтанно все это, ты же знаешь, мы решили, когда там за пару дней. Это как раз мы про импровизацию. Да. Давай мы начнем с Марка Твена. На самом деле, вот полгода, да, полгода ты сопровождаешь наши разговоры, разные. Мы и с актерами общались, с литераторами, с художниками, и с музыкантами в том числе. Неужели вот для того, чтобы постоянно исполнять, это нужно долгие-долгие часы тренировки, чтобы вот так вот на протяжении, ну, хотя бы нашей программы разнообразно интерпретировать разговор? Странный вопрос. Наверное, просто практика. Практика все-таки и работа, как называется, в злачных местах. О! Хорошее начало. Отложили отпечаток. Хорошее начало. Свадьбы, рестораны. Ну, куда без этого деться? Ну, никто же не будет спорить, что любой человек, идя в ресторан, хочет услышать хорошую, ну, относительно музыку, правильно? Поэтому существует какое-то вот непонятное понятие среди музыкантов, что, ну, в ресторане должны работать с халтурщиками, или как это называется, потому что каждый человек хотел бы платить деньги и получать за это... Ну, есть такое качественный продукт. Несколько пренебрежительное отношение, но с другой стороны, вот насколько там музыканты со стажем, скажем так, говорят, что еще в 80-е годы даже именно в ресторанах собирались лучшие музыканты, где как бы и все проходили школу, те же, ну, кто там... Те, кто звезды сейчас на эстраде, которые мелькают, они так или иначе проходили через школу ресторана. Причем и наши, и зарубежные, буквально все, потому что нет, пожалуй, большего опыта, чем когда ты работаешь перед людьми не всегда адекватными, скажем так. И вот где есть место для импровизации. Не стреляйте в пианиста, он играет как может. Ну да. Это место для импровизации? То есть импровизация – это практика? Ну, в принципе, практика, знание каких-то... Сергей, каждый понимает импровизацию по-своему. Потому что кто-то говорит, что достаточно, допустим, ну, большинство людей, которые играют рок, скажем, они почему-то считают, что им достаточно блюзовой гаммы там, или ладовой как минорной пентатоники. Mm-hmm. Ну, то же самое, что, в принципе, все импровизации, которые люди, играющие на гитарах, они вот... Ну, по определенным... По определенным, да. Вот это стиль такой, да, им достаточно. Кому-то недостаточно, кто-то лезет дальше, кто-то лезет в какие-то лады народной музыки, кто-то лезет придумывать свои лады. То есть на самом деле этого очень много. Вот. И получается, что если тебя интересует какой-то вот, ну, такой кусочек, да, вот импровизации, тебе достаточно, то да, он такой. Если тебе хочется больше чего-то услышать, вот в современной музыке наличие огромных, ну, просто... очень даренных людей, очень интересных людей. Значит, тот ищет для себя этот кусок. В ресторане же что? В ресторане, в любом случае, в наших ресторанах, которые были при Советском Союзе, был определенный список песен, скажем так, их было немного. То есть, я думаю, штук 50. Угу. Утвержденный репертуар? Ну, нет, это не утвержденный, потому что вряд ли кто-то бы мурку или таганку утвердил. А, то есть то, что просили, и то, да, что наиболее популярно. Да, а не было же ни фонограмм, ничего же не было, ты же понимаешь. И действительно, что люди должны были уметь слушать,
слышать, потому что иногда выходили люди, которые хотят сами спеть. А сам он хочет спеть, начинает в одной тональности, он может зайти в другую тональность, вернуться в третью тональность и потом сделать всех виноватыми. А, и то есть, но ты как музыкант, как исполнитель, как человек, который оформляет это уникальное вообще вокальное произведение, да, надо одновременно учитывать и то, и другое, и третье, еще и чтобы красиво было, чтобы... снаружи, чтобы еще и слушалось. Потому что, как правило, мне доводилось все время работать с классными музыкантами, они были старше меня всегда. Вот. И музыканты были очень хорошие, и не хотелось никогда услышать хотя бы фильм, чтобы на тебя косо посмотрели, и ты никому не объяснишь, да, тебе там 18 лет. Все 17 лет, что ты не то играешь что-то. Значит, как у меня говорит друг в Америке, он говорит, Ростик, заниматься надо было в семестре. А это уже экзамен. Это нет, это было в ресторане, не помню какой год, мы играли какую-то песню, сейчас ее никто не помнит. Тональность была дикая, как сейчас помню, ми бемоль минор. По-моему, у меня второй курс училища или третий, что-то такое. Ми бемоль минор, количество знаков, песня незнакомая, ее заказывают. Ни компьютера, ни фонограммы, ничего нет. И на слух непонятно что. И на слух непонятно. То есть незнакомая. Да, ты помнишь такую песню? «Любимая девушка в сказочном этом городе». Про любимые девушки песен много, про города тоже знаю песню. И я, как сейчас помню, я начинаю что-то подбирать, и он стоял, смотрел, говорит, заниматься надо было в семестре. Ну, вот эта вот фраза. Ну, и получилось из того, что этот вот какой-то опыт постоянно откладывалось в голове, а потом нам было очень интересно учиться. В то время, конечно, просто в 85-м году сделали наше эстрадное отделение. Я немножко 85-й год, по-моему, 85-86 год. И, естественно, вот это воспоминание на всю жизнь. Потому что таких преподавателей, ну, вряд ли когда-нибудь удастся их встретить, и, ну, кто-то заменит их. Это в колледже? Это в колледже, да. Юрий Иванович Одинцов. Причем так получилось, что в школе меня учила моя любимая учительница Людмила Михайловна Одинцова. Потом меня передали в руки Юрия Ивановича Одинцова. Потом меня передали в руки Александра Михайловича Потапова. Потапов, и вот это, да, вот, да, да. И вот это все по рукам Алексей Николаевич Ковалев. Ну, к сожалению, и Потапов, и Ковалев уже ушли от нас. Вот. А Юрий Иванович до сих пор старается с нас что-то делать, делает, выпускает замечательных музыкантов, конечно. То есть учит импровизации, учит способности мыслить в импровизационном стиле? Ну, или просто показывает, вот каким, по каким нотам нужно внутри аккорда двигаться, для того, чтобы это появлялась в итоге импровизационная музыка? Для начала он учит любить хорошую музыку, скажем так. Вот этот человек, который сам любит музыку, сам хорошо играет. И потихоньку вот у него есть, он не отбивает охоту. Что тоже немаловажно, наверное. Преподаватель с большой буквы, да, от него, конечно, очень редко услышать какие-то хвалебные слова. А прикинь, он сейчас смотрит программу и думает, неужели я же Ростика хвалил каждый раз, а он тут говорит, что это... Ну, зато если он говорит, то это понятно. Да, в принципе, ребята знают, что Юрий Иванович услышать, это стоит дорогого. Вот. И вот это такой клубок какого-то движения. Причем нас всегда считали тоже, никогда с памяти не забудет, не было же никакой информации. Не было никакой информации. Ну, если считать середину 80-го года, да, ну что, газеты, «Комсомольская правда», хит-парад первый появился в «Комсомольской правде», это как бы непонятно что. А эстрада, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, нет, Хиль уже песни отошел. Про комсомол. Песни про комсомол. И это все в джазовой интерпретации. С импровизациями. Синкопированным жестко. Да. То есть подожди, возвращаясь вот к все-таки импровизации как таковой. Практика? Все вместе. Или ты уже так к преподавателю, я так скромненько говорю, что может быть должен кто-то научить мыслить импровизационно? Должен сам?
должен толкнуть. Что такое импровизация? Ну, опять же, то, что я говорю, это только мое мнение. Оно не претендует быть ни на, ни на что. Ну да, кого-то Одинцов хвалил чаще, наверное. Ну, извини. Вот. И сейчас я еще вспомню моменты, да, которые остались у меня и про импровизацию. Владимир Николаевич Авдонин, когда у нас не был полностью вот вакуум информации, только появлялось. То есть мы снимали с магнитофона где-то, да, делал такие нам сумасшедшие подарки. Он звал нас домой всех, сажал перед видеомагнитофоном, который они привезли за границу, в цирк ездил, с концертами, с редкими. И нам показывали, вот как надо импровизировать, вот как надо играть. Нас поели чаем. У нас было 5 или 6 человек, вот раз за 3, вспоминаю на всю жизнь. И тогда просто было видно, что люди, играющие эту музыку, они живут этим. То есть концерты были... В чем отличие фонограммы от импровизации, от живого исполнения? То, что ты видишь. Это надо у Владислава спросить. Чем отличие фонограммы от импровизации? Ты прекрасно понимаешь, что человек делает или что-то он делает. Так. И там было вот реально видно, что люди, они живут этим, они импровизируют, они могут это делать. Вот упоминание. Поэтому для меня импровизация, вот что, как научить человека просто дать какие-то первоначальные, может быть, чтобы он не боялся, и первоначально какие-то науки. Ну, а потом просто подсказывает то, что я сам знаю, то, что вот и все. Дальше каждый решает сам для себя. Но я знаю одно наверняка, что становятся хорошими импровизаторами, известными только люди, которые имеют свое лицо. Так, что такое иметь лицо? Это будет следующий вопрос. А пока мы, я предлагаю нашим телезрителям и нам с тобой вместе посмотреть или послушать лицо Ростислава Бондарева, который играет в сопровождении или в паре с Артемом Пузыренко. Да? Thank you.
отрывок из композиции Дюка Эллингтона, один из джазовых стандартов. Да. В концертном зале колледжа искусств запись была сделана. Да? Ты узнаешь, это, как вот ты сейчас оцениваешь свою импровизацию? Сразу... Потому что несколько лет назад это сделано, да? Сразу как-то начинаешь искать. Что-то не то. Сыграл бы не так. Сыграл бы не так. А что, можно сыграть, вот, ну, импровизируя хотя бы, можно сыграть одинаково? Можно, но если, ну, про что я и говорю, что вот она грань, вот когда человек выучил что-то, дальше не хочет идти. Грань одного лада, скажем так. Mm-hmm. То я про что я говорю. Вот, и от одной ноты повторяешь, от другой, от третьей, от терции, от децима, и вот это вот все, но оно, все равно эта диатоника вся слышна. Диатоника, то есть окраска. Почему и хочется, чтобы как-то это все шло дальше, использование намного, намного больших возможностей. Потому что, в принципе, и импровизировал Дебюсси, и Стравинский, и Римский-Корсаков, и у них же были уже наметки джазовой гармонии. У них просто не было этого лада блюзового, ну, основного. Но они же смотрели в это все дальше. Новые краски какие-то. Ну, с другой стороны, Дебюсси, Стравинский – это нотные партии, это как бы так или иначе записанная музыка. Ну, свой язык, конечно, отдельный, импровизация. Ее можно вот так записать, можно передать. Потому что, да, импровизировали. Моцарт там вообще непонятно, что импровизировал. Красиво, Моцарт. Моцарт я люблю. Бетховена не догоняет, да, для меня. Особенно в такой вот интерпретации Моцарта, да. Ну хорошо, это встречный вопрос. Чем отличается импровизация от композиции? Мне? Да. Я не знаю. Композиция устойчивая, устойчивая структура. В импровизация, по-моему, импровизация – это движение, если хочешь, внутри этой устойчивой структуры. А ты... я правильно отвечаю или нет? Не знаю, я сам не знаю, потому что это все так относительно. А-а-а. Насколько мне кажется, я читал, что композиция пишется на ноты и потом mm-hmm. производится, импровизация приходит из головы. Вот опять же, это я так думаю. И она не пишется. Потом просто может сниматься. Ну, сниматься, как Авдонин показывал там этот, или слушают, слухачи называют, да. Да, когда и гитаристы, и клавишники снимают, когда на слух, для того, чтобы хотя бы понять, как пальцы бегают. Но тут вот мы перед тем, как посмотреть отрывок. Должна быть личность, должен быть авторский взгляд, должно быть свое видение этой импровизации. Ну, если мы говорим уже пока о музыке, да? Должна быть. Никто же не спорит. Но, опять же, должна быть, насколько, как ты понимаешь ее, эту тему. Если ты хочешь выйти за пределы этого стола, куда-то грамки, да, ты выйдешь. Если ты не хочешь, если ты скован в этом, то ты останешься. То есть в любом случае, да, как там есть средства, есть цели, есть средства должны быть. Mm-hmm. То есть ты должен владеть, чем больше владеешь инструментом, тем дальше ты захочешь выйти. Тем меньше ты владеешь инструментом, соответственно, ты не можешь себе позволить. Может, в голове у тебя что-то будет происходить, но ты никогда не покажешь. Вот смотри, по-моему, до 40-х годов депрессия когда была американская? 30-е годы? Да. Конец 20-х, да, там 30, начало 30-х. Биг-бенды. Практически все играли импровизации писанные. Mm-hmm. По-моему, только один оркестр. Ну а как оркестр может играть импровизацию? Соло может играть. Ну, соло. А хорошо. Когда все, не знаю, кто там, тот же Дюк Эллингтон или там... А у него настолько вот... Глен Миллер уже играл, как бы тоже там солисты только были. У Глена Миллера было все прописано. А, по-моему, один оркестр, насколько вот я помню, Каунта Бесси играл без нот. А. Вот они играли без нот, они поэтому... Веселуха такая у них постоянная. Да. Всегда ли это попадало? Это, кстати, вот еще один вопрос про импровизацию. Мы вот... У них попадало очень классно почему. Ну, для этого мы как минимум должны с тобой чувствовать друг друга, да? Когда мы говорим, что такое, ну, чем, я не знаю, Дюк Эллингтон отличается от Глена Миллера, например.
один язык, одно понимание, что ли, понимание. Ну, наличие сумасшедших, конечно, классных музыкантов. То есть, когда средства позволяют все-таки. Средства позволяют. Ну, средства – это опыт, пальцы. И тем более, ты же не забываешь, что не все знали ноты. То есть не все знали ноты. Еще и ноты надо знать? Еще и ноты. Потому что, как я помню, блестящий пианист Арт Тейтум, по-моему, он вообще с нотами не дружил. У него такая техника была. По-моему, Тейтум. Не спорить. Да, и когда он приходил в любой ресторан, музыканты просто вставали и уходили, потому что там просто нечего было искать. Настолько блестяще все было. То же самое и здесь. Естественно, что классные музыканты. Классные музыканты. И вот это движение, которое происходило, движение, по-моему, с юга на север, да? Когда вот депрессия. Да, музыки, да. Вот. Ну и опять же это все привело к чему? Когда просто надоело людям играть по нотам. И насколько я понимаю, что свободная музыка, появился Паркер, появился Боб, появился Гиллеспи, которые на голову по своим возможностям уже просто опережали всех, и они стали играть другую музыку. Вот, и там возможности импровизации, то есть абсолютно безграничные были. Даже есть такой парадокс, когда, по-моему, на фестивале в Ньюпорте Армстронг, он не признавал их музыку. Вообще он пел про них какую-то шутливую песенку, что типа... Но он немножко старый закал, прям, они да. такие... И да. вот два великие музыканта, да, одни и вторые признанные, они друг другу не находили вообще язык. Время другое, формирование музыкальных вкусов другое, может быть, подход к самому процессу музицирования другой. Есть еще одно из, трактовок, что ли, понятия импровизация – это способ существования музыкального произведения. И если у Армстронга это был один способ существования той же импровизации, то у Дизи Гиллеспи, например, совершенно другой. Может быть, это разная, хотя и та, и другая импровизация. Кто что себе может выбрать, позволить по вкусу, по личным восприятиям? Мне кажется, нет. Мне кажется, просто людям стало скучно играть. Так, к тому времени оркестры стали попсой, судя по всему. Танцы. Клубы. Кабаки, с которых мы начали. Да, понятно, что, конечно, никто не будет отрицать, что джаз в свое время сделал очень много, что барьер между черными и белыми, дискриминация, был стерт. Я предлагаю не уходить туда, хотя да. есть такой способ мышления. Черные не пускали, мыслят не так. Не пускали черных если музыкантов. Если говорить о джазе. Нельзя было играть с белыми музыкантами. Даже того доходило. Mm-hmm. Вот. И первые музыканты, которые ушли, это то же самое, стали играть боб, то есть сумасшедшую быструю музыку, которая требовалась, сумасшедшая техника просто, не в состоянии были справляться. То есть они так и прикалывались, они звали, да, ты не можешь, ну извини. А там темп, вот и попробуй сыграть в таком темпе. Ну, это такое. В общем, конечно... Я не знаю, да. Импровизация и джаз – это одно и то же для тебя? Нет, мы начали почему-то с ресторана, а тут вышли на бибоп, на кул джаз, на Майлса Дэвиса. Для меня, скорее всего, джаз – это какая-то свобода. То есть, и мне кажется, вот в принципе, что мы все вместе пытаемся сделать, надо свои мозги, ну, опять же, в моем понимании, куда-то уметь отпускать. И пользуясь тем, что ты умеешь, что ты выучил, какие у тебя есть заготовки. Как ты учился во время семестра? Да, что ты запоминал. Вот тогда это все должно спускаться в голову, и это все надо показывать. Потому что это очень сложно. Именно сложно заставить себя отключаться. Отключиться во время игры. Притом еще пытаться слушать, допустим, если ты играешь в ансамбле, что делает рядом с тобой
ребята, потому что в джазе самое главное – это чувство ритма, чувство драйва, которое… Потому что если… Смотри, ты кайф чувствуешь, когда играет ансамбль Стаса Михайлова? Ну, вот сидят музыканты неплохие. Ну, вот вопрос такой на засыпку. Нет, ну, вот есть чувство... кайф разный бывает вообще? Или, нет. Или удовольствие в разных ситуациях? Ну, то, что они классные музыканты, хорошо, понятно. Но есть такое, что вот как-то вот группа, этот драйв, этот вот, который заводит, вот такое? Не всегда. То есть иногда бывает. Ну а что, никогда, что ли? Вот для меня вот это самое важное, в принципе. Когда у меня есть такое, когда начинает у меня ножка дергаться, я сам про себя говорю, когда начинает обручка колотиться, тогда я начинаю заводиться. Тогда это для меня, вот реально для меня нравится. Тогда начинают мозги включаться по-другому, и хочется что-то... Самому делать? Да, если только я не понимаю, начинается в голове какой-то стопор, какой-то... Ну... В смысле, что такое «не понимаю»? Не понимаю, а тональная музыка? Нет, играют, нет. Играют импровизации по Шонбергу? Если я не чувствую какой-то отдачи рядом за спиной, вот чтобы это было, чтобы он меня задевало, тогда сложно. Тогда сложно, и здесь уже... Я считаю, это неправильно. То есть в любом случае, эта музыка, в нее должны идти люди, которые хотят ее играть. Если из-под палки, Сереж, ты, она не, никогда не получится. Ты имеешь в виду джаз? Да, импровизацию. Я беру, ну, беру импровизацию сейчас. Те, которые хотят ее играть, потому что научить себя импровизировать красиво, чтобы это было нравилось себе, чтобы это нравилось людям, чтобы это нравилось пусть даже музыкальным критикам, когда, хотя это вообще для меня непонятно, что такое музыкальный критик. Да. И как, допустим, человек может залезть в голову другого человека и пытаться там ей ковыряться и говорить, что это плохо, что это «Мастер и Маргарита», помнишь? Музыкальных критиков. А, ну да, да, вот. Да. Поэтому для меня эта профессия как-то... Ну, у каждого своя профессия. Каждого своя. Вот тут хороший вопрос относительно того, импровизация – это только музыка или это все-таки... образ жизни. Я предлагаю сделать небольшую паузу, а мы после паузы как раз и продолжим разговор на эту тему. Уважаемые телезрители, мы разговариваем этим вечером с Ростиславом Бондаревым, пианистом, преподавателем специализации искусства эстрады Гомельского государственного колледжа искусств имени Соколовского, ну а еще и соавтора программы «Добрый вечер». После небольшой паузы мы вернемся в эфир. Мы продолжаем нашу вечернюю встречу на канале «Беларусь-4». Разговариваем мы об импровизации. Разговариваем с пианистом, преподавателем по специальности искусства эстрады Гомельского государственного колледжа искусств имени Соколовского с Ростиславом Бондаревым. Итак, до перерыва. Импровизация – это стиль музыки или стиль жизни? Ты до этого сказал, что, в общем-то, люди, которые играют, думают, что на что прежде всего влияет? Музыка на образ жизни или образ жизни на музыку? Или можно быть таким жестким, хорошо подтянутым человеком, строго регламентированным в жизни и исполнять совершенно оторванную музыку? Или вон как эти, ты говоришь, музыканты Count Basie, да, там. Ну, где-то в стиле жизни, потому что я всегда даже помню какие-то дружеские наши... вечеринки, где никогда у нас не обходилось без каких-то импровизированных действий. Это как-то особый склад людей, особый способ, не знаю, если это мышление, жизнь? Наверное, себе везде. Потому что, ну, неинтересно.
Хорошо, подожди. С одной стороны, неинтересно, с другой стороны, ну уже когда эта тенденция к технологичности началась? Еще, по-моему, в начале прошлого века, когда все жестко, все главное знать процесс, все шаги понятны. Сейчас, не знаю, даже вот наш с тобой разговор, это можно разделить на какие-то этапы технологичные, записать это все и передать кому-то другому. То есть сейчас все, мир раздробился так, и так из этих кубиков выстраивают свои композиции, и вроде бы они жесткие, правильные, а ты говоришь скучно. Можно ли вообще как-то двигаться не скучно в этом мире сейчас, полностью технологичным? Ну, не считая электронную музыку, если хочешь. Но для начала надо себя окружить людьми. Такими же, которые думают, ну, хотя бы похоже, допустим, как сам. Чтобы это было интересно. Тогда вопрос о том, кому это скучно, немножко отпадет. Потому что они будут к тебе, ты будешь к ним. То есть кто-то новый. Взаимность какая-то должна быть. Синергетика это называется, да. Когда вместе даже что-то может и появиться. Понятно, что, допустим, ну, нам будет неинтересно мне и слесарю, да. Хотя. Где-то интересно. Не обижай представителей. Ты уже на музыкальных критиков наехал, сейчас слесарь тебе не нравится. Нет, я просто говорю, что мне не о чем будет говорить, допустим, на тему. В музыкальном плане. Да, в музыкальном плане. А я о резцах тоже немного расскажу. Хотя токарный станок дома у меня есть. Вот он, импровизационный стиль жизни. Зачем? Интересно. Зачем пианисту токарный станок дома? Большой, профессиональный. А, может быть, соседи? Полторы тонны затаскивали. Полгода я учился, мне интересно было. Строил вездеход. Да. Ты меня удивляешь. А теперь я не знаю, как хочу сделать ремонт в гараже. Я не знаю, куда деть этот станок. Такое. Вот. Поэтому только атмосфера, в которой вращается. Ты начинал с рок музыки? Ну, кто в 80-е годы не увлекался роком? Я немножко в другую сторону. Я хотел бы вот посмотреть этап. Как, ну, что, музыкальная школа, скрипка, фортепиано, балалайка? Ну, родители у меня слушают, наверное, больше нравится Окуджава. Mm-hmm. Я помню, сейчас вот старый рекорд проигрыватель, Бернеса пластинки, вот такое. Потом, когда это, наверное, немножко повзрослее, в рок. Рок потом, до попадания в училище музыкальное, слово «джаз». А с джазом ты познакомился далековато в училище было, именно, да? Да? В училище. Да. То есть именно благодаря, кто там, Потапов, Одинцов? Да. Благодаря Людмиле Михайловне. Парень я был очень неспокойный. А, вот. Ну, имея дома станок, конечно. И отдали меня. Ну, в общем, конечно, я не очень... совсем не жалею, очень благодарен этим людям. И, наверное, все-таки все, что делается в жизни, как-то оно имеет какие-то свои... правила и закономерности. Чем дольше я живу, тем больше я понимаю, что просто так, наверное, все-таки ничего не бывает. Ну, хотя можно говорить на эту тему, можно с тобой вернуться. Это отдельно, да. Отдельно. Надо, просто так ничего не бывает с одной стороны, с другой стороны, если продолжать тему интерпретации, то что? Есть это целенаправленный путь какой-то, вернее, импровизация. С одной стороны, игра, свобода, творчество, а с другой стороны, ты говоришь, что все целенаправленно. Я вот, кстати, про технологии, про это все понятный и скучный мир и говорю. Ну смотри, я же не думал никогда, что я пойду работать в училище. Неужели не думал? Не думал. Играя в гомельском кабаке, ты не думал, что ты будешь преподавать композицию? Не думал. Я потом пошел немножко в другую стезю, скажем так, какие-то попытки заниматься другим делом.
Вот. А потом просто было вот импровизация, не импровизация. Потом мне стало, знаешь, что интересно. Ты проходил когда-нибудь тестирование централизованное? Нет. И я не проходил. Наверное, нет. Вот в 35 лет, по-моему, или в 34, мне стало интересно, что это такое. Mm-hmm. Я пошел проходить тестирование по истории, mm-hmm. потом еще было по русской литературе. Я прошел его. Потом мне стало интересно, поступлю ли в Институт культуры. Mm-hmm. На бюджет, на заочное. Ну, так и дальше все. И так оно и закончилось, так оно и получилось почему-то. Подожди. То есть а потом Юрий Иванович мне сказал, Ростик, пора. Одинцов. Пора уже... Да. Что? Хватит самому для себя ставить какие-то препятствия, пора уже других учить эти препятствия для себя искать? Ну, скорее всего, он хотел сказать, я так думаю, что то, чему нас учили, угу. Ковалев и Одинцов, и Потапов Михайлович, что это должно передаваться. А что? Что надо передавать? Что конкретно передавать? Не знаю, вот я сижу перед тобой. Что ты в трех словах там сформулировать можно, что передать? Ну, потому что понятно, импровизация как образ жизни понятно. То, что игра, ну да, все пентатоники и... гаммы, лады, построения, это все понятно. Но это уже, наверное, мало. Ну, для себя, допустим, вот что я думаю передавать, это любовь к живой музыке. Mm-hmm. Потому что я не приемлю какую-то фонограмму, и для меня действительно дико, когда люди идут на концерты, платят сумасшедшие бабки, люди сами дают, чтобы себя обманывали. Когда люди будут ходить на живые концерты, они начнут немножко себя больше уважать. То есть они не позволят себе. Помню слова замечательные моего друга, он живет в Калифорнии. Не буду говорить про исполнителя, кого из советских звезд. Значит, человек позволил себе приехать выступить под фанеру. Mm-hmm. В каком-то зале во Фриско. На следующий год он приехал, не было ни одного человека. Это довольно большая величина. То есть голосуем рублем. Да. Это абсолютно, в живую реальность. И абсолютно правильно. А может быть, все дело в, извини, в такой высоком понятии культуры, опять-таки. Потому что если я хочу, чтобы меня обманывали, меня будут обманывать. Если я знаю, где меня обманывать. А если я не знаю, если мне, ну вот... Должна быть жесткая конкуренция, как и во всем. То есть люди должны понимать, что они пришли сюда, они увидели, что они получили, они пошли туда, они в два раза больше, что они получили. Правильно? Они пошли, значит, туда, где им больше понравилось. Все. Только жестокий такой отбор. Но в таком случае и люди, которые умеют импровизировать, ценят импровизацию, они попадают в свою... на свой этаж, в свою группу, не пересекаясь с другими, это как бы опять градация, дробление, то есть такое разъединение. Ну почему? Это правильно? Абсолютно правильно. Ну, точно так же, как ты говорил, черные не играют с белыми. Ну что это такое? Но им запрещали, им было не принято. Черных не пускали в гостиницы. Mm. Черных можно было ездить в обувь. Не, я не про то. Я про музыку сейчас. Это понятно. Я про музыку. Одни есть вот джаз, а есть, ну, предположим, джаз. Причем в джазе же тоже есть. Кому-то нравятся диксиленды, а кому-то нравится там, ну, да, этот кул джаз вообще, где немножко голова заворачивается так, что не знаешь, что ты слушаешь. Поэтому люди собираются как по своим группировкам каким-то. Группировкам? Да, по своим группировкам. Я не буду, допустим, обсуждать классического пианиста, потому что я не знаю всех нюансов этих. Но по присутствию на концерте ты понимаешь, он я дает понимаю, что-то? Да, он дает или нет дает что-то. Я очень обожаю Шопена, потому что реально причем полюбил его в последнее время я его. Потому что, ну, считаю, гениальнейший человек, и столько собрать в голове, в одной, ну, гений. В одной.
Вот. Но я никогда не буду говорить, где какие-то там нюансы исполнительские, потому что я не понимаю в этом толка. Вот. Я могу сказать, что мне нравится, что мне не нравится. Почему я тебе говорил про критик? Давай минус. Да, нет. Стоп, ни критиков, ни слесарей, ни трога, ни черных, ни белых. Мы всех любим. Я тоже всех люблю. Мне самая моя мечта, чтобы, блин, прекратились все эти войны. Чтобы люди спокойно занимались, и так бед хватает. Лучше играть музыку хорошую. Да. Относительно того, что вот если собираются люди по интересам, да, в Гомеле, достаточно вопрос людей, которые разделяют вот именно такое импровизационное отношение к жизни, если хочешь, джаз тот же. То есть, есть с кем играть, есть. Общаться. Есть. Ребята молодцы, конечно, но наконец-то, с 85-го года, благодаря администрации колледжа Татьяне Ивановне Пузыренко, Анатолию Николаевичу Трофимовичу, Наталье Одинцовой, у нас появилось свое помещение какое-то, где наконец-то мы можем нормально поиграть. Нормально они могут послушать, ребята, то, что они хотят поиграть. Ансамбли, потому что самое главное здесь только играть. Ты говоришь про зал? Я говорю пока про помещение. Помещение. Про концерты, которые делаются на базе училища Соколовского, тоже при огромной поддержке этих людей. Вот. Там люди приходят, ребята приходят, играют сейшны какие-то. Тем, кому нравится это. Вот. Естественно, хотелось бы больше. Но это не зависит от них. Допустим, в том же самом интересно было бы мне читать, как все это проходит в ведущих мировых колледжах, где джаз преподают, их не так много, 4, по-моему, или 3. По-моему, в Беркли только 15 студий звукозаписи, 20 или 40 репетиционных помещений, где они могут, а это самое главное, они сыграли, они себя записали, они посмотрели, и люди тянутся друг за другом. Если есть площадка, и причем в колледже немало хороших музыкантов. Классно. Я это к чему? К тому, что Алексей Болотников, по-моему, тоже заканчивал колледж, да? Сейчас посмотрим еще один музыкальный отрывок. Мы записывали здесь, в студии, с Алексеем Болотниковым. Ваш дуэт.
Алексей Болотников, Ростислав Бондарев. Это я скромно так напоминаю нашим телезрителям, что мы продолжаем наш разговор. Вот обратил внимание, что первый фрагмент мы смотрели, что второй фрагмент смотрели. Ты постоянно аккомпанирующий музыкант. Сольная программа есть? Ну, это так... не было вроде еще. Нет? Не хотелось или не... Абсолютно спокоен. Ты... Да? Вот я так приберегал такой вопрос относительно авторства. То есть своей музыки писать не хочется? Писал, пробовал? Наверное, подхожу к этому. То есть уже пора? Что-то такое уже даже есть как какое-то. Как это Одинцов сказал? Пора, да? Думаю, интересно вы попробовать. Ну, покажу. Тебе покажу. Ну, не знаю, наверное, нельзя же в этой импровизационной игре зафиксировать свои авторские какие-то ходы, фишки, какие-то пассажи авторские. Хотя, с другой стороны, наверное, у каждого музыканта можно, ну как, определить, если просмотреть на протяжении какого-то творчества, можно определить какие-то наиболее близкие, наиболее часто употребляемые, наиболее интересные. Да, наверное, у каждого же есть... можно это выбрать. И по игре можно определить. Так вот в этом-то вся прелесть. Чем ты больше занимаешься, чем у тебя их больше, mm-hmm. и тем ты можешь больше им варьировать. То есть если человек занимается 4 часа в день, он успевает такой кусочек. Если 5, такой. Если 6. И на протяжении музыкального отрезка, да, ты достаешь с головы, соответственно, в этом-то и есть смысл занятий. А как этот процесс происходит? То есть как можно учиться импровизации? Постоянно играть, ну, взял какую-то тему, джазовый стандарт, предположим, или песню, ну, какая там песня у нас у «Ласкового мая» есть, такая, чтобы подошла под импровизацию. И... «Белая роза». О, «Белая роза», она да. Она даже есть, по-моему, интерпретация, я слышал. Джазовая? Лайфом таком, да, с чуточкой, немного, типа. Нет, ну, так? Ну и все, ну, торкнуло тебя, ты захотел поиграть. Выбираешь себе стиль, выбираешь себе, как тебе в данный момент тебе хочется mm-hmm. играть. Есть ли у тебя настроение там играть ее, не знаю, там, в фанке или в блюзе? Ты начинаешь пытаться играть ее. Все, а там дальше куда тебя понесет? Дальше, если ты не один играешь, ты смотришь на барабанщика, смотришь на басиста, как они тебя чувствуют, как они тебя понимают. Я про учебу говорю, не про исполнение. Про учебу, это да. Понятно, а это про учебу. То есть берем розовые розы. Розовые розы со мной или, допустим, вот пришел новый человек? Нет. Как научиться... И научить импровизировать. Хорошо, тогда... Как научиться мыслить импровизационно? Ну, тогда без рекламы здесь не обойтись. Без рекламы чего? Ну, приходите ко мне. Ты об этом говоришь? Приходишь. Нет, не ко мне, а к тебе. Не только мне. Приходите. Очень хотел бы, чтобы приходили дети, которым интересно. В колледж есть курсы нашего эстрадного отделения, есть курсы барабанщиков, пианистов, саксофонистов. То есть на самом начальном уровне дети приходят, дети учатся играть, дети говорят, что им хотелось бы играть. Ну, естественно, что не все то, что хотелось бы играть, стоит играть. Вот. И Рамштайн. Потихоньку. Ты знаешь, я же тебе говорю, я не против разной музыки. Ну, это должно быть действительно классно, качественно исполнено. Вот и все. Вот. И тогда уже, когда человек знает свою любимую вещь, так, когда он немножко начинает слушать джаз, начинает слушать разных музыкантов, которые могут импровизировать, да, в его сознании рождается как-то на подсознательном уровне, что это можно играть по-другому. Соответственно, человек пришел, он услышал, ему потихонечку, там, Юрий Иванович, да, Наталья Юрьевна дают информацию какую-то. Говорят, что слушать, говорят, что подбирать, какую вещь. И он просто незаметными шагами сам к этому идет. Вот в определенный момент, там может быть первый курс, может быть второй курс, человеку уже просто хочется
потому что он смотрит на третий, на четвертый курс. Они прошли свои ступеньки уже эти, понимаешь, вот это вот, что mm-hmm. и все. И чем хороша вот эта, как называется, система, что именно сплоченность музыкантов джазовых, да, что им есть чему друг у друга учиться. И когда они постоянно общаются, то есть постоянно занятия, они постоянно смотрят друг на друга. А согласись, что всегда хочется брать с кого-то пример. Особенно в джазе это такие джемы особенно, да, если... И ты понимаешь, что если ты будешь стоять на месте, то уйдут люди дальше. Уйдут люди дальше, ты, если ты не будешь заниматься, ты останешься на этом уровне, все. И с тобой будет неинтересно играть. То есть дальше тебя не позовут. Mm-hmm. Вот. Ну, в принципе, вот этим занимается наше отделение. То есть мы пытаемся, нам дали базу, вообще поставили рояль, поставили аппаратуру, поставили компьютеры с большего. Ну, я говорю, с 85 года у эстрадного отделения ничего не было своего. Сколько это, 31 год? Был какой-то отрезок. Джаз в Советском Союзе пробивался через тернии, поэтому, с другой стороны, никто же не запрещает его слушать, играть дома и так далее. Слава богу, что все это хоть как-то движется, потому что, если раньше говорили, что это музыка толстых, то сейчас, наверное, да, особый какой-то так, не будем эстетствовать, но да. И смотри еще, какой получается момент. Пусть меня, как называется, простят классики. Допустим, если человек играет только классику, mm-hmm. значит, человек привык постоянно играть классические ноты, правильно, все красиво исполнено, да? Но если ты попросишь его быстро во что-то въехать, быстро сыграть что-то, очень мало людей, которые в состоянии переключить свою... Ну, я не знаю, как называть. Но в силу того, что им просто... Музыкальное восприятие, мировосприятие, способность, да. Им просто, не надо, скажем так, это. Но они не хотели этого, да? У нас же в любом случае приходится играть и классику, и джаз. То есть понятно, что мы классику не сыграем так, как сыграют классики. Это даже не оспаривается. Но в нашем быстро меняющемся мире, без способности импровизировать и без способности быстро перестраиваться, наверное, не обойтись. Я вот так вот могу немножко подвести итог нашей беседы, да? Это как бы защита эстрадного отделения. Ну, а как это происходит на практике, это мы на протяжении полугода бывшего уже видели в твоем исполнении во время разговора в программе «Добрый вечер, Гомель» здесь. Мне бы хотелось сказать огромное спасибо за то, что нам дали такую возможность. Спасибо преподавателям, которые помогают все это делать. Спасибо администрации. Спасибо обслуживающему персоналу, который нас там на Дамы на Сари. Тоже они помогали нам, Сереж, ты зря, они помогали нам делать нашу студию. То есть реально мы сидели вот с ребятами, летом мы делали себе какие-то, чтобы, кусок какой-то жизни, куда можно было собираться, да, все благодаря им то же самое. Я так понимаю, вот этот начальный клип, с которого мы начали сегодняшнюю программу, был записан в этой студии. Да? Да? Да, да. Это общими усилиями. Скромненько так подводим к тому, что сейчас мы посмотрим еще один клип, конечный. Но перед этим напомню, уважаемые телезрители, что сегодня этим вечером мы разговаривали об импровизации, разговаривали с человеком, который имеет к этому непосредственное отношение. Во всяком случае, именно импровизацию преподает наш гость Ростислав Бондарев, преподает в Гомельском государственном колледже искусств имени Соколовского. В нашей программе импровизирует постоянно, пока я импровизирую с гостями, Ростислав импровизирует в качестве музыкального сопровождения. Сегодня у нас этим занимается Владислав Яцкевич. Мы будем прощаться. Меня зовут Сергей Краснобород. Мы прощаемся, увидимся на канале «Беларусь 4». Большое спасибо компании SoundProBuy за помощь в подготовке программы. В завершение выступления коллектива студентов 1-4 курсов Гомельского колледжа искусств имени Соколовского руководитель Ростислав Бондарев.